Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами обсудим, как идет уборка урожая. Посмотрим, какая необходима помощь, учитывая непростую ситуацию в ряде регионов. Здесь, слава богу, все в порядке, но есть проблемные регионы страны. Вот в целом, повторяю, вот в этом регионе, где мы сейчас были, неплохо, но на юге, тем не менее, тоже проблемы были. Я уж сейчас не говорю про Дальний Восток. Вы знаете, какая там беда произошла. И необходимо сразу сказать, всем пострадавшим территориям, конечно, должна быть оказана государственная поддержка. По Дальнему Востоку соответствующие поручения даны. Мы сейчас с министром разговаривали. Я хотел бы и от Минфина услышать сегодня, как идет эта работа. Мы, Андрей Юрьевич, вы же были там, да? И видели сами, какая там ситуация складывается. Хотелось бы сегодня услышать, выделены ресурсы, не выделены. Если не выделены, то когда они в конце концов будут выделены? Хорошо. Вопрос очень серьезный. Отлагательства не допускает никакого. Хочу напомнить, что в срок до 15 октября регионам, пострадавшим от паводка, должны быть предоставлены субсидии на возмещение затрат сельхозпроизводителей по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам. А также предусмотрена поддержка на восстановление затопленных посевных площадей из расчета 2000 рублей на гектар. Так мы договорились, да, Николай Васильевич? Я прошу держать на контроле весь процесс доведения этих средств до сельхозпроизводителей. Еще раз хочу подчеркнуть, никаких сбоев здесь недопустимы абсолютно. Наша задача по максимуму поддержать дальневосточные предприятия АПК в этот действительно трудный для них период. Помочь нормально войти в будущий сельхозгод. Что касается регионов, пострадавших от засухи. Да, кстати говоря, мы вот по Дальнему Востоку говорили, но тогда, вот помните, Андрей Юрьевич, на совещании у нас присутствовали еще и наши коллеги из Башкирии и из Челябинской области. Там тоже были проблемы. Да, там не были, эти проблемы не приобрели такой массовый характер, как на Дальнем Востоке, но они были, и есть там пострадавшие сельхозпроизводители, люди пострадавшие есть. Нельзя про них забыть. Имейте это в виду, пожалуйста. Что касается регионов, пострадавших от засухи, знаю, что большинство из них уже обратились за помощью в правительство, направили обосновывающую документацию. Прошу коллег не затягивать с ее рассмотрением. Теперь по ситуации с уборкой урожая непосредственно. Работа продолжается, но уже можно подвести некоторые предварительные итоги. В целом по стране уборка урожая идет хорошими темпами. На 11 сентября убрано 64% посевных площадей зерновых. Собрано 67,7 миллиона тонн зерна. Почти столько же, 70,9 миллиона тонн, составил весь урожай прошлого года. В этом году первоначально вот Минсельхоз планировал, давал такие прогнозы, 95 миллионов. Сейчас и в связи с климатическими условиями и с погодой ясно, что это будет цифра более скромная, где-то по 90, но надеюсь, что 90 это все-таки у нас будет. Это достаточно для того, чтобы обеспечить собственное внутреннее потребление, даже с лихвой, заложить необходимые резервы и использовать появляющийся в этом случае и экспортный потенциал. Отмечу также, что выше уровня прошлого года прогнозируется сбор целого ряда других сельхозкультур – картофеля, подсолнечника и рапса. Вместе с тем расслабляться, конечно, не следует. Сейчас крайне важно эффективно и ритмично провести сев озимых. Насколько я вот видел из имеющейся у меня информации, здесь все-таки есть некоторое отставание по срокам. Просил бы вас обратить на это внимание, и сегодня об этом тоже просил бы доложить, как идет работа, насколько обеспечены потребности сельхозпроизводителей по семенам, по удобрениям, по горюче-смазочным материалам. Предлагаю поговорить и по системным вопросам. Системные вопросы прежде всего у нас связаны со вступлением, присоединением полноформатным к Всемирной торговой организации. Как я уже говорил, мы это с вами хорошо знаем, мы заложили возможности для серьезной господдержки отрасли. Ассигнования на эти цели выросли со 137,6 миллиарда рублей в прошлом году до 190,4 миллиарда рублей в текущем году. Будем и дальше гибко использовать всю линейку поддержки села. От прямой помощи товаропроизводителям до инвестиций в инфраструктуру сельских территорий.
Вместе с тем, обращаю внимание и на имеющиеся проблемы. Например, в результате изменения правил и механизмов предоставления субсидий, перехода с целевого на несвязанные субсидирования, отсутствует четкое понимание, как и на что хозяйство тратит выделенные средства. Кроме того, возникли отдельные сбои с доведением средств до конкретных хозяйств. Нужно все эти процедуры оперативно доработать и отрегулировать. Вот мы сейчас на поле с механизаторами сидели, разговаривали. В принципе, это вот где-то так отдаленно звучали эти вопросы. Они не формулировали прямо вот именно так, но некоторые вопросы, которые не поднимались, связаны именно вот с этими проблемами, о которых сейчас я сказал. Здесь присутствуют представители федеральных и региональных властей, руководители сельхозпредприятий. Рассчитываю, что мы максимально открыты и, самое главное, результативно обсудим эти чувствительные темы. Во-вторых, хотел бы остановиться на вопросах сельхозстрахования. В этом году процент страхования урожая по-прежнему достаточно низкий. Среди причин – чрезмерная бюрократия и сложности с получением страховых выплат. Очевидно, что нужно совершенствовать нормативную базу в этой сфере, упрощать саму процедуру страхования, а главное – надежно гарантировать предоставление компенсации в случае потерь урожая и наступления других рисков. Еще один вопрос, который сегодня предлагаю затронуть, касается отечественной сельхозтехники. Я вот уже говорил, продажи отечественной сельхозтехники, даже конкурентоспособной, на внутреннем рынке сократились на 20%. Ну, нужно посмотреть, из-за чего это происходит. Я понимаю, что есть тут западная техника, есть наша, которая пока не всегда конкурентоспособна, но даже конкурентоспособность продажи снизились внутри страны. Нужно посмотреть, насколько это связано, опять же, с присоединением к ВТО. И мы уже говорили об этом, что вот эта отрасль попадает в непростую ситуацию в связи с вступлением в ВТО. И намечали пути ее поддержки, инструменты искали поддержки. Значит, что, не работают они? Или они, не применяются? Ну и в заключение, конечно, не могу не сказать о том, что урожай собрать мало. Это важно, но этого недостаточно. Нужно создать условия для его эффективной и выгодной реализации, включая транспортную составляющую. И нужно подумать о снижении сроков оборачиваемости вагонов. Я вот посмотрел на справки, вот самые последние. У нас оборачиваемость очень низкая. Я наверняка знаю примерно, что будут говорить транспортники, но от того, что мы все будем говорить и ссылаться на какие-то объективные сложности, ситуация не поменяется. Нам нужно предложить решение. Такие, которые бы удовлетворили сельхозпроизводителей, помогли бы отрасли.